Символ чистоты и доброты. Международный арт-проект «Мамин платок» известной казахстанской художницы Лейлы Махат набирает обороты. К слову, он уже объединил женщин из разных стран мира. Они создают единую инсталляцию в виде полотна из платков. У каждого из них есть своя особенная история. Для того, чтобы сделать свой личный, очень личный, очень сакральный вклад в этот проект, девчонки приносят свои платки. Кто-то приносит платки своих мам. Есть очень трогательная история про то, как одна из наших участниц специально прилетела из Алматы, привезла платок своей бабушке, потому что она хотела, чтобы платок вместо бабушки полетал по миру, потому что когда бабушка уходила из жизни, такой возможности у нее не было. Все девочки пришивают такую небольшую этикетку с именем и страной. На сегодня к проекту присоединились представительницы 7 стран. Ожидается, что передвижная инсталляция побывает в 20 государствах мира. Авторы арт-проекта уверены, что к акции присоединится еще больше представительниц прекрасной половины человечества. Очень много стран, и мы сейчас отрабатываем логистику. Наши ближние соседи мы отправляем, например, на Кавказ. С Кавказа пересылается в Россию. Из России в Европу. Мы очень хотим, чтобы платок охватил как можно больше женщин, как можно больше людей и подарил как можно больше счастья и надежды. За путешествием инсталляции можно будет следить в онлайн-формате в социальных сетях.